Добрый день, приветствую всех любителей, кто находится в поиске высококачественного звучания и на пути по этой очень интересной дороге. На пути по этой дороге, который не сдается и все-таки продвигается и ищет свой звук. Ну, а может быть, общий звук, да, который бы понравился всем. Конечно, у людей разные мнения, но звук всегда остается один и тот же. Я хочу немного рассказать вам про свою небольшую покупку. Дело в том, что я купил новые колонки. Эти колонки двухполосные, в отличие от всех других. Да, существует очень много мнений на то, что двухполосные колонки это, ну, якобы оно где-то лучше, где-то хуже. Но я сейчас постепенно расскажу свою субъективную точку зрения и опишу именно этот путь, почему я их приобрел и как я вообще до них добрался. Потому что, в принципе, если так разобраться, то это у меня уже будет по большому счету 7-я пара колонок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, 7-я пара колонок. Да, значит, ну, все по порядку. Значит, все началось вообще с тех времен, когда я первый раз увидел магнитофон Romantic 306 Mono. Я думаю, некоторые люди захватили, да, кто с тех времен, они помнят это прекрасное время, когда появился этот Romantic. Но для меня это именно в том возрасте произвело какой-то определенный такой фурор. Его формы, его звук. Помните, крутили отверточкой головку, чтобы настроить звучание, потому что оно отличалось от звучания, ну, от записи разных качеств, разных головок. На то время даже не было стандартного, наверное, настройки головки, потому что у одних было одно, у других другое. Ну, в общем, вернемся к более качественному звуку по сравнению с Romantic. После Romantic я уже на тот момент прослушал Маяк. Я до сих пор помню, по-моему, 232 или 223 он назывался, Маяк стерео. У меня, к сожалению или к счастью, такого не было, кассетного магнитофона, но у меня был катушечный магнитофон. Конечно, у меня были кассетники еще, но я про них не буду сейчас говорить, потому что они не имеют никакого значения к этому разговору. А такой солидный был дядечка, скажем, да, это был магнитофон катушечный Орбита. Орбита 106 стерео. Да. С дистанционным уже управлением. На шнуре вот такой дистанционный пульт, который можно было просто-напросто гвозди, наверное, забивать, и еще вот такой толстый кабель. Но звук, признаюсь честно, тот звук, который она выдавала, особенно те записи, которые были студийные, даже не всегда можно сейчас найти в интернете. Я думаю, вы понимаете, про что я имею в виду, да? Вот, но несмотря на это, у меня как бы уже какое-то впечатление звучания качественного звука уже было. Да, у меня были не такие продвинутые колонки, это были колонки S30. Но для той комнаты, для этих габаритов, в принципе, этого было достаточно, и звук был в них шикарный. Признаюсь, S90, они немножко уже в тот момент, я понимал, что они, да, они лучше, но они очень сильно подкрашивали звук, да. Например, сейчас мне S90 очень нравится. И на тот момент мои S30, они просто, ну, в общем, я до сих пор помню это звучание, оно было великолепным. Поэтому всегда есть такое воспоминание, на что опереться. Признаюсь, не всегда были студийные записи, но мы иногда даже записывали с пластинок на катушке. Так что, так, теперь мы вернемся немножко в другое, значит, направление. После того времени, когда у меня сложился отпечаток этой музыки,
этого звучания я попадаю в мир CD, да, SD или CD, CD, да. А на тот момент уже я тогда прекрасно понимал, что что-то мне не хватало в этом звуке. Но я не знал всех технических характеристик, особо не увлекался этим. У меня был, он до сих пор есть у меня. Первый мой Sony проигрыватель, стационарный Sony проигрыватель очень высокого класса. Извините, я не буду сейчас говорить какой, потому что он в другой комнате находится. Он не работает на данный момент. И Sony усилитель, но это реверсивер, да, сразу был, да. По-моему, 7 к 1, да, 7.1, да, вот. Ну, что я могу сказать дальше? Дальше происходит вот что. Слушая несколько лет CD-проигрыватель и немножко недопонимая, почему там мне чего-то не хватает, конечно, со временем я привыкал, и иногда я слушал кассету. Кассету с хромовой записью, тоже на Sony, он до сих пор стоит в другой комнате, со сквозным каналом, как у орбиты. Прошу обратить на это внимание. Да, в этом Sony... как бы не соврать, 3 головки, по-моему, да? Хоть она и кассета, или я ошибаюсь. Но там есть сквозной канал, то есть во время записи ты можешь уже слышать воспроизведение. Очень интересная вещь для некоторых — манипуляции со своим мозгом, кстати. Ну, может, когда-нибудь расскажу вам про эту интересную вещь. Вот, и что происходит? Потом, спустя какое-то время, я, значит, как-то опять возвращаюсь к музыке, да, и покупаю радио. Радио на аукционе в eBay, да, не сплю 2 или 3 ночи, чтобы купить его, это радио, потому что на него набросить. В общем, ламповое радио 51-го или 59-го или 61-го года выпуска, это радио, да. Вот, в оригинальном состоянии ламповое радио, да, ни одной детали не заменено абсолютно. Я его покупаю на аукционе почти за 1000 ойра, евро, да. Вот, и что получается? После этого я возвращаюсь опять к звуку, то есть начинаю искать свой звук. Почему я купил то радио? Мне не хотелось покупать усилитель ламповый. Потому что мне почему-то хотелось какой-то вот теплоты. На тот момент я смотрел фильмы из Ютуба, и мне очень нравились вот ламповые темы, да. И у меня на тот момент вот были старые колонки Магнат. И что происходит? Я взял это радио с той целью, чтобы его переделать потом, сделать из него усилитель ламповый. Но потом понял, что за 1000 как бы евро... радио, и переделывать его как-то не имеет никакого смысла. Я тут покупаю второе радио, тоже на аукционе, но уже довольно-таки дешевле, да. Но оно уже не такого класса радио по тем временам, да, 50-х, 60-х. Но я его взял для того, чтобы сделать из него усилитель. Но усилитель я с него не сделал, а сделал из него, в общем, я подключил гитару к этому радио. Получился все-таки усилитель, да, со своим там интересным звуком для электрогитары, но все-таки не то, что я хотел, да. И я все-таки решаюсь купить все-таки ламповый усилитель. У меня есть видео на канале, где я купил это ламповый усилитель. Я взял этот первый ламповый усилитель. И после этого все началось. А началось что? Я начал искать свой звук. В этой лампе я почему-то, ну, честно признаюсь, я не услышал, скажем, того хай-фая, да, того хай-энда, который представлял того катушечного магнитофона. Я прекрасно потом начал разбираться и понимать, что это усилитель очень такого низкого класса по сравнению с тем катушечным магнитофоном. И продолжение у меня последовало. Я покупаю потом Denon. Denon 1500 R2. Кстати, после некоторого видео в Ютубе, Александр, по-моему, показывает некоторые видео, который рассказывал свои ощущения про этот усилитель. Почему-то, вот знаете, после этих его слов, кстати,
после этих слов я, в общем, начал, приобретя этот усилитель, я его тоже, знаете, как-то получилось у меня, я его, в принципе, быстро приобрел. А мне не пришлось ехать далеко, я пригнал машину и за 140 километров поехал за этим усилителем. По интернет-газете я нашел этот усилитель, какая-то пожилая пара продавала его, потому что, ну, они были в возрасте и уже его фактически не слушали. Вот, а что происходит после этого? Когда я подключил Дэна к своим магнатам, я все равно, слушая этот звук, который был прекрасный, я почувствовал разницу от усилителя Sony. Denon просто, понимаете, я не могу, он был просто другой, но он не, как бы, не прям заполонил мое сознание каким-то звучанием, которое я где-то представлял глубоко на своем где-то ментальном образе, да, своего восприятия того катушечного магнитофона Orbita 106 Stereo. Так вот, что происходит? Я потом прихожу к соседу, а у соседа находится Marantz. И как бы уже смотря некоторые ролики в Ютубе, я опять же обращаю внимание на Marantz. Мне очень нравится его название, Marantz и все такое. И сравнивая звук Денона и Marantz'а, своего соседа, который у него какой-то версия, не помню, или 5000, или 6000 тоже, ну, довольно-таки простенький такой усилитель, но когда он его включил на кассете, да, это было недавно, это было еще вот в пределах этих 3 лет, да, у него до сих пор есть кассетный магнитофон, и эта запись, я просто когда услышал, я думаю, вот это да, на кассете звучит настолько приятно, что мой Denon как бы, ну, как бы, в принципе, ну, а тот Marantz, да, я почему-то почувствовал там такой бархатный всплеск вот этой эмоциональности в звучании на тот момент, что начал делать акцент на Marantz'е. И делал его недолго. Я буквально очень быстро на днях увидел акцион такой, что человек продавал за небольшую сумму усилитель Marantz 6003. Я еще подумал, что он, наверное, придет какой-то разбитый и недобитый, и абсолютно не придал ему никакого серьезного значения. Цена была небольшой, меньше 500 евро. Я его купил, и когда он пришел, он еще в газетах весь был запутанный, вот так, чтобы он не ударялся в посылки. Я его подключил, и как бы без задней мысли думаю, да ладно, ну для кали, думаю, начну просто изучать, мне было интересно. И когда я его включил, я понимал, что он очень, ну, дешевый, да, и он от него ожидать ничего не стоит. И когда я его включил, вот тут я обомлел. Я реально просто был в шоке, да. Я думаю, вот это да. И я сразу же почувствовал скачок. Скачок по отношению к Denon 1500R2. Этот скачок в моем сознании был колоссальный. Я сразу понял, опа, я на правильной волне. И мне нужно продолжать в этом направлении. После этого усилителя я, конечно, изучал, смотрел ролики в Ютубе и пришел к тому, что нужно будет брать что-то более серьезнее. Я, конечно, потом еще купил колонки, вот эти Magnat 707, потом еще что-то, сабвуфер приобрел. И потом я вышел на усилитель, значит, я долго колебался, какой взять. Ну, то есть усилитель класса PM-11. Marantz из серии 11. Да, я замахнулся слишком высоко далеко. Но я долго не мог понять, какой мне приобрести. Или первую версию, или вторую, или третью. И все-таки я все-таки решил взять третий усилитель, ну, S3, да. Эти видео насчет него у меня тоже есть. И приобретя этот усилитель, я думал, ну все, это конец. Я его приобрел, да, потом я еще приобрел колонки. Когда я его включил, и у меня есть видео, дело в том, что я тоже ожидал, думаю, вот этого разрешения он должен превзойти своим классом все остальные усилители. Да, когда я его включил, я все-таки почувствовал это превосходство. Он превзошел своей глубиной звучание. Это было.
Но мне почему-то все равно где-то в подсознании крутилась мысль, что мне не хватает вот этих вот цик-цик-цик, вот этого какого-то разрешения, да. Я опять начал искать дальше и наткнулся на усилитель Ankuya в сравнении с 15-м, где-то видео в YouTube есть, 15S1 и Ankuya 9050. Я почувствовал, что Ankuya играет довольно-таки детальнее. Я понимал, сразу говорю, про Yamaha. Но Yamaha мне сразу не зашла. Я не знаю, Yamaha, она для меня, опять же, я ее вот так вот прям, да, вот конкретно прям не слушал. Но в наушниках я очень долго анализировал записи в YouTube, и для меня это просто чересчур хрустальный сухой звук. Не хочу никого обидеть, кто любит Yamaha, пожалуйста, если вам нравится. Но продолжу дальше. В Marantz я сразу на тот момент, когда 6003 включил, сразу почувствовал его характер. Вот тут я сразу все понял. Я понял, что я поклонник Marantz, и мне нужно копать в эту сторону, чтобы найти свой звук. И в принципе почти я его нашел, да? Я приобрел этот Marantz S3, 11S3, BM11S3. Вроде бы все, что тебе надо, но нет и нет. Я чувствовал, что мне чего-то не хватает. Я понимал, что Marantz нужно какую-то платформу, чтобы открыться пошире, понимаете? И я поехал за колонками Yamaha, X1000, мониторные вот эти колонки. У меня, по-моему, тоже есть видео, если не ошибаюсь. И вот эти винтажные колонки. И приобретя эти колонки, тут я уже почувствовал, да, скачок. Тут я почувствовал уже вот эту вот это пространство еще глубже. Но опять же, я не слышал вот этого цик, то есть этот цик, поймите правильно, вот это вот мое представление цик-цик, да, согласитесь, в Marantz оно именно цикает по-другому, ни в одном другом усилителе этот окрас так не цикает, как в Marantz. Вот именно в Marantz оно как-то цикает вот настолько приятно, настолько мне вот если сравнить золото и серебро, то я выбираю золото, вот к этому звуку золотой звук. Да? А если мы берем серебро, это ближе как бы вот к сухоте такому какому-то цик. И иногда вот этот цик с сухотой, он иногда бьет по... Я долго не мог понять, как это так, высокий звук, да, он... Его не может быть много, может быть, оказывается. Вот именно Marantz 6003, его высокий звук, ты уже слышишь искажения вот эти, да, и когда он бьет по ушам. Сейчас я к этому приду. Значит, на магнате этих колонках я не слышал такого, чтобы он бил по ушам, но когда я приобрел именно Yamaha колонки, Marantz 6003 бил по ушам, но S3 не бил по ушам. Его было приятно слушать, но мне казалось, что мне все равно чего-то не хватает. Понимаете? Вот все равно я считал, что такого класса усилитель должен иметь что-то, ну, более пошире, да, более по размашистей. И, естественно, я понимал, что мониторные колонки Yamaha, они не имеют своего какого-то, ну, они имеют свой покрас, скажем, более нейтральный, да, но мне хотелось все-таки какого-то покраса, знаете. Признаюсь, у меня складывался такой авторитет в сторону S90. Я понимал подсознанием, что S90 и S3 11-й Marantz, это просто, ну, несовместимое, но это просто нереально. В S90 там искажений просто по самой не хочу. Но вот эти искажения, возможно, меня и где-то на подсознании притягивали. Ну, что я хочу рассказать дальше. И тут я думаю, ну, может быть, тогда все-таки еще сделать скачок в колонках. И я почему-то попадаю на, опять же, YouTube-канале, где-то кто-то рассказывает про вот эти интересные колонки Bowers Wilkins 705S2. Да, они не такие новые, но они как бы... В общем, я их начинаю прослушивать, сравнивать с другими колонками в YouTube и решаюсь их приобрести. Да, эти колонки другого класса. Они полочные. Ой, да, они полочные. Они двухполосные. И скажу, вот, как бы никто ни говорил, двухполосные даже лучше, чем трехполосные, это не так. Они не лучше, абсолютно.
Но дело в том, что мне просто ставить здесь некуда другие колонки, которые бы я взял, например, трехполосные или четырехполосные. И мне, если честно, жалко выкидывать какие-то колонки, потому что эта история, это какой-то путь моего как бы своеобразного прогресса для того, чтобы что-то понять, анализировать и прийти к чему-то. Да? И я решаю все-таки заглянуть в мир этих колонок, попытаться его услышать в реальности и приобретаю их. Я понимаю также, что именно небольшой формат этих колонок, он не сильно займет место в моей комнате. Это специальная квартира, где я тестирую и покупаю сюда вещи именно для этих вещей. Ну, для вот этих вот своих замашек, да. И мне просто хотелось бы, чтобы здесь тоже был какой-то своеобразный комфорт, как я его вижу, да. Понимаете? И поэтому я как бы решил сделать такой акцент на этих колонках. Понимаю также их цену, потому что цена таких колонок полочных, сравнивая с теми же магнатом или еще с чем-то, она довольно-таки очень конкретно отличается. Я думаю, вы понимаете, да? Возможно, как я на тот момент считал, это пиар, это все неправда. И я понимал, что лучше все-таки их приобрести и послушать. Но та мысль, которая оставалась во мне, что у меня усилитель не раскрылся полностью, и я хотел раскрыть его, я понимал, что двухполосные все равно не раскроют. Но я подумал на тот момент об той мысли, что их можно будет соединить как бы с этим сетапом для того, чтобы, который у меня уже есть. И я сейчас расскажу. То есть я когда купил эти колонки, подсоединил сразу же их биварингом. Да? Биварингом. Потому что до этого я подсоединил Denon биварингом и почувствовал разницу. Мож это иллюзия, но я почувствовал разницу именно с Denon. И подключив эти колонки с биварингом, которые вот новые пришли, да. Да, они фактически новые. Да, я их бэушные купил, но они реально новые. Бывают такие чудеса. Вот. И что происходит? Я когда включил, я понимал, что это будет другой звук. И я понимал, что это не будет то цыканье, да, которое гнался за S90. Но я понимал, что это будет небольшой шаг, который сможет приоткрыть занавес Маранца, чтобы я полностью был спокоен, что я дал Маранцу вдохнуть полной грудью и показать, кто ты такой. И я признаюсь, это произошло. Да. Это произошло, когда я включил, я, кстати, сделал записи, чтобы потом тестировать, да, с высококачественного микрофона, специального этого, ну, рекордера, да. И, в общем, я услышал это звучание вот этих колонок, да, новых. Это Bowers Wilkins, ну, я не знаю, как оно по-английски четко звучит, 705S2. Но, ребята, ни одни колонки, которые у меня есть, даже та Yamaha, они не выдали этого звука. Сейчас опишу. Высокочастотный диапазон выше, чем у Yamaha. Да, выше, острее. Низкочастотный диапазон, интересный, обволакивающий. Ударник такой четко прорисовывающийся. Четко, детальность это. И это красота какая-то. У меня такое ощущение, вот эта красота мягкости звука именно. Вы видели в этом, в динамике, посерединке такая мягкая подушечка у меня. Мне кажется, она придает вот это звучание. Про сами колонки я не буду рассказывать, про ихнюю мембрану, как она сделана. Я думаю, вы все прекрасно знаете. Это уже скачок. Ну, скажем, выдрепон, да, быстрее, не скачок, но просто инженеры, они попытались сделать из других элементов, да, чтобы создать вот этот звук, тот звук, который они хотели.
знаете, я понимал, что в них нету среднечастотного динамика, я понимал, что мне, возможно, не будет хватать чего-то, но я понимал, что если я их подсоединю потом к остальным, они дополнят своей красотой полностью этот мой звук, да. И они дополнили даже своей красотой именно на тот момент, когда я их просто слушал. Да, они прекрасны, серьезно. Я абсолютно не пожалел эту сумму, а сумма не маленькая, хоть и бэушная. Я представляю, сколько стоят колонки довольно-таки большого формата, да, вы понимаете, про что я говорю, трех или четырехполосные этой фирмы, и какой звук они выдают, теперь я четко понимаю. Я бы, если бы я купил когда-то раньше эти колонки или где-то услышал этот звук, я бы сразу же купил бы именно вот эти стоячие колонки, да. И я бы тогда четко понимал и знал тот размах этого усилка, в который вложили свою душу и сердце эти инженеры. Вот только тогда, когда я подключил эти колонки, они у меня, значит, как подключены к магнату 707, да, параллельно, и на второй канал у меня идут Yamaha. То есть, получается, у меня играет три пары колонок. Магнат, они выдают такой немножко такой неотчетливый бас по сравнению с этими, да, новыми. Но он придает больше баса, то есть неотчетливого баса. Yamaha придает больше середины. Середины. Потому что высокие частоты все-таки придает больше именно вот эти новые колонки, да. Они украсили своей вот этой вот этим диапазоном, своей своеобразностью вот этого звука, вот этого вот не того цика, как S90, да, не того, другого, но такого интересного и обширного, что я наконец-то спокоен в том, что я дал возможность этому усилителю S3 PM11 S3 Marantz вдохнуть всей своей грудью и выдохнуть все свое качество, все свое преимущество, всю свою красоту звука вот сейчас вот сюда, в эту камеру, чтобы вам поделиться и рассказать про это интересное свое впечатление. Так что, ребята, вот такая у меня история. Началось все с романтика. Возможно, продолжение следует. Ну, мы посмотрим.